Наверняка многие видели этот мопед на улицах города, но мало кто задумывался, что на нем ездит человек, который посвятил 35 лет фотографии родного Оренбуржья. Родился осенью в дождливую погоду в Сакмарском районе. В 6 классе ходил на полевой стан, возил обеды по комбайнерам. После 8 класса сам уже готовил. 10 классов закончил. В армию осенью забрали. Прослужил 1,5 года, комиссовали по состоянию здоровья в Оренбурге. Везде работал. И штукатуром, маляром, и поваром-инструктором. Александр Ашихмин – человек разносторонний. За свою жизнь он поработал в разных сферах. Имеет много увлечений. Одно из главных хобби – мотоциклы. А в байкеры пришел я 13 лет назад. Пришел, понравилось кафе у Рамиса. И все, и завертелось, закрутилось. Вот 13 лет. Был у меня еще у отца мотоцикл М5, что ли, этот назывался «Козелом». Я его сделал после армии и разбился на нем. А это мне Саша Печоркин, друг мой, сказал, у тебя там для тебя есть. Ну и я это поехал, посмотрел и купил, и все. Ну вот он у меня уже 6-й сезон. Выезжаю ранее. Весной заезжаю, поздней осенью. Нормально, не мерзну. Катаю. Коллеги и друзья Александра восхищаются его любовью к фотографии. По словам близких, несмотря на дерзость, он доброй души человек. Александр, как бы является другом клуба, близким другом клуба. Он давно, с самого начала освещает все наши малые, большие, какие бы ни были праздники. Как фотограф мы его воспринимаем тогда, когда его зовем, например, допустим, если какие-то там надо события фотографировать. А так он бывает у нас как соратник, например, ездит с нами, как о человеке, очень общительный, доброжелательный. Фотография пришла в жизнь Александра случайно. Определенного направления в работе нет. Художник любит запечатлевать на пленку людей, город, работу и просто обычную жизнь Оренбурга. Сейчас у меня Nikon D4, как автомат Калашникова. Очень хороший аппарат. Снимает и в грязь, и в снег, и в воду. И вообще отличная машина. И мне с этим фотоаппаратом отдали D3. На нем 2,5 миллиона, и он еще работает. В этом году творчеству Александра исполняется 35 лет. К юбилею фотохудожник открыл выставку, которую может посетить любой желающий. Вся моя работа вот здесь как бы представлена, 35 лет в кадре. Фотография для меня все. Главное видеть картинку, как она снята на телефон или на профессиональный фотоаппарат. Если ты ее не видишь, хоть там у тебя будет фотоаппарат за миллион, за два, и она все равно не получится. Хочу следующую выставку, посвященную, наверное, будет портреты. Фотовыставка пройдет в региональном молодежном центре «Молодежь Оренбуржья». Жители смогут познакомиться с работами художника с 24 мая по 9 июня. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.